Матч тяжелый, соперник непростой, да, мы им в этом году с ними там тяжело играли в Тольятти, да, но сегодня спасибо болельщикам, то, что они нас сегодня поддержали. Саня Самонов там подтащил в некоторых моментах, да, ну, всех с победой. Да, несмотря на счет, игра, согласен с вами, получилась непростая, вы много сегодня блокировали, принимали на себя. Насколько какой-то компонент помогает команде, в первую очередь, вам как защитнику легко оценить, насколько важно в таких эпизодах, особенно в меньшинстве, команда так выручать, скажем? Понятное дело, что, допустим, там больше 15, там 20 блокированных, это считается уже как выигрышная игра, да? Ну, когда кто-то на себя шайбы принимает, это все равно заводит команду, да, и друг за друга играем, отрабатываем за того человека, который на скамейке штрафников. Что касается небольшого перерыва между играми, насколько он положительно повлиял, потому что сегодня очень здорово матч в первую очередь начали. Перерыв, ну, один выходной был, да, и потом полноценные тренировки, и готовились вот к этой игре и к дальнейшим. Вы уже сказали, что соперникам были даже непростые матчи. Насколько было важно именно сегодня здорово, скажем так, начать, потому что предыдущие игры немножко не удавалось, приходилось все время догонять, это влияет, естественно, на расклад сил. Понятное дело, что хорошо начинаем, да, и команда уже заводится, и каждое звено накладывает свой отпечаток в атаке, и команда соперников устает, и мы создаем опасные моменты. Если все-таки говорить о ключевом факторе, что сегодня повлияло, настрой, заряд, домашняя арена, вы были лучше готовы, что все-таки стало ключевым? Настрой, заряд, домашняя арена. А что скажете о сегодняшней поддержке болельщиков? Как всегда, на высшем уровне. Молодцы, спасибо.